Всем здравствуйте. Пресс-служба театра Моссовета сообщила трагическую новость. Не стало Нины Дробышевой. Актриса ушла из жизни сегодня, в возрасте 84 лет. Коллеги народной артистки России выразили соболезнования ее семье в связи с невосполнимой утратой. Нина Ивановна служила в театре имени Моссовета с 1962 года, ранее выступала на сцене ленинградского ТЮЗа. В профессиональной копилке Дробышевой десятки работ в кино. Зрители могут помнить ее по таким картинам, как «Чистое небо» Григория Чухрая, «Русский лес» Владимира Петрова, «Француз» Андрея Смирнова и многим другим. Актриса также появлялась в детективном сериале «Волк». Масштаб ее таланта невозможно переоценить. Работы Нины Ивановны на моссоветовской сцене стали легендами и вошли в историю отечественного театра. Ее роли на экране навсегда в золотом фонде кинематографа. Потеря невосполнима. Скорбим. Соболезнуем родным и близким. О прощании будет сообщено отдельно, сообщается в канале театра. Уточняется, что Дробышева покинула мир минувшей ночью. Причиной стала продолжительная болезнь. Уходит эпоха, соболезную, царствие ей небесное. Горькая печаль, невосполнимая потеря, вечная память, вечные аплодисменты, пишут в комментариях. Родные пока не прокомментировали печальное событие. Напомним, известно о двух браках Нины Ивановны. Первым супругом актрисы стал Виталий Коняев. Артисты познакомились на съемках фильма «Чистое небо». В браке родилась дочь. Сегодня Елена Дробышева, взявшая фамилию матери, является известной артисткой театра и кино. Второй союз артистки тоже оказался творческим. С супругом Вячеславом Бутенко они познакомились в театре Моссовета. У них родилась дочь Христина, которая сегодня тоже работает в киноиндустрии. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.